Здравствуйте, уважаемые гости и посетители сайта Заметки Электрика. Сегодня я покажу вам, как подключить трехфазное УЗО, трехфазное четырехполюсное УЗО без использования нейтрали. Чаще всего эту схему подключения применяют для защиты электродвигателей, трехфазных электродвигателей. Схема подключения четырехполюсного трехфазного УЗО без использования нуля или нейтрали. Вот у нас имеется трехфазный источник АБЦ, имеется аппарат защиты, то есть автомат для защиты двигателя от короткого замыкания и перегрузок. Дальше после него установлен четырехполюсное УЗО с током утечки, с уставкой дифференциального тока 30 мА. Ноль приходит с нулевой колодки на клемму N, но с нее уже дальше никуда не уходит. С клемм 2, 4, 6, то есть выходных клемм, провода уходят на колодку двигателя. Корпус двигателя обязательно должен быть заземлен. Давайте запустим двигатель. Включаем в одной автомат, включаем УЗО. Вот смотрим. Двигатель работает. При неисправности электродвигателя, предположим, возникла утечка какой-либо фазы на корпус двигателя, произойдет отключение УЗО. Давайте проверим это. Для имитации тока утечки фазы на корпус я использую добавочное сопротивление. Проволочное сопротивление ПЭ с номиналом 2 кОм. То есть я сымитирую ток утечки порядка 100-110 мА на корпус двигателя. Вот касаясь корпуса, за который заземлен, и какой-нибудь одной из фаз. Все, УЗО отключилось. Еще раз попробуем. Допустим, замыкая на корпус и какую-нибудь одну из фаз. Произошло отключение УЗО. УЗО отключилось. То есть мы проверили замыкание на корпус через сопротивление все три фазы. Так, прошу заметить, что если корпус двигателя у вас будет не заземлен, вот я отбросил ПЕ-проводник, и у вас произойдет замыкание какой-либо обмотки там, на корпус, то УЗО в этом случае не сработает. Видите, замыкая, срабатывание не происходит. Замыкая на другую фазу. Срабатывания нет.